Цыплят по осени считают. Вопреки известной поговорке, российские статисты цыплят и не только считать будут летом 2016 года. С 1 июля по 15 августа 2016 года будет проходить всероссийская сельскохозяйственная перепись. Согласно последним поправкам законодательства, теперь в России тотальный подсчет сельхозугодий и поголовья скота будет проводиться каждые 10 лет. Масштабным подсчетом в 2016 году займутся более 80 тысяч человек. Современный переписчик будет вооружен не бумагой и ручкой, а планшетным компьютером. Так невольные ошибки будет проще устранить, а GPS-приемник всегда поможет безошибочно определить местоположение переписчика. Статистов будут интересовать передовые методы ведения хозяйства, привлечения кредитов и получения субсидий. Кроме того, будут и вполне очевидные и в чем-то даже формальные вопросы. Это и характеристика объектов переписи, вот что я говорила по категориям хозяйств. Это трудовые ресурсы и демографические характеристики. Это земельные ресурсы, их использование. Это и площади сельскохозяйственных культур, поголовье сельхозживотных, производственная инфраструктура, технические средства и технологии, условия ведения по хозяйственной деятельности.